для них велодром, поход на футбол. Но это у человека есть. Но у Марселя тоже новые появились люди. Сабир Халифа не очень молодой игрок. Интереснее понаблюдать было бы за Флорианом Товеном. Но вот он сейчас пытался сделать подачу по 14 номерам, парень. Но ничего у него толком не вышло. Ну что, пенальти. Из ничего абсолютно Арсенал привозит себе, возможно, пропущенный мяч. Но слишком поздно для Марселя все это происходит. Играть остается минут.